нормально двигать как-то плюсами. Надо ее разработать надо. Ну, сейчас у меня второй палец освободился. Получше, удобно. А все равно ты и так нормально играешь. Вот кик этого шамана, блядь, я ему 500 раз уже кинул, сам он не сумманился нахуй. Ну мы можем пока трэш же снести правильно слово, чтобы не тормозить. Бейте себя со звездой. Пока отверни главное это. Да ты ж Санчо уже и поговорит. Массовая, которая. А упал с ребра. Не-не-не. Почему не? Щит надо мне, за щитом уже пуска выхожу полгода, да. Ну там криви почти падают, знаешь ли. Не, кстати, наша, тоже... короче, два щита наверняк упало. Ну, прям два щита. А мне кольцо надо и кинжал с ребра. Мне колечки. В принципе, никого нам не спит тут, кроме разве что Холи Христа, которого у нас нету, не нужен кинжал. Так что на ов получим. Да мне... Мне вообще для ПВП тут пару вещей надо. Будет было бы супер. Их убила, мать. Хорош, пан. Ваш путь закончится. Ты хочешь рядовые? Никто не смеет входить в обитель господина. Ну, в РК вроде. Сальву бы по комоке найти. Вон шаману тоже щит нужен, пиздец. Слышал, что говорит?
Не хотел бы расстраивать, но там одной ауры нету для кастеров от паладинов. А, ну так я вот хотел спросить, налет лучше или на кастер? А налет лучше. Налет этот может поставить, как его, простите, шаман. Все, кастерской ауры не хватало, уже есть. Че, хочу налет ставить или че? Давай налет поставим. Но на СПД нет смысла. Чё, сука, каску не надо бафы. Ну это Бёрн был. Какой Бёрн, ты чё? Аншить. Без демона. Ну, каски на только на роге нету. Беги, малышка, беги! Постой-ка тут! И он ворвался в РК. Ясно. Пиздец. Блин, ни кольца, ни кинжала, ни кота. Чё кто ливнул? Ёбом-бом ливнул. Лар ливнул. Индейский. Может лагает просто, релогался раза 3-4, наверное.
А у вас сильно ощущается этот, ну, аура каста, если я мастера выкажу? И так. Йом-бом-бом, чисти кэш, и бот лучше. Ну, можешь ему отдать. Похуй. Видишь, Флэм, больше тебе говорил, делай друг. А, ну да. Так поди пойдет кто-нибудь, поди этот, фейкаст будет. Столик, пожалуйста. Че, на лов, можно? А три пика пинга пишет на бомбу. Не ужасный. Нет, там на шипах два человека умерло. Я сотрел хилбот, что-то по ним не доставали хилы. Да. Подскажите, пожалуйста, у меня что-то перестало появляться шмот, когда вот что-то разруливают, у меня окошечко появлялось раньше. Потому что сейчас... раньше в объявление делали, а сейчас просто в чат. А, я думаю, у меня что-то... Можно. Я думаю, у меня только... Что-то где? А он ливнул, чтобы КД не повесилось. Он ливнул, чтобы не вайпать нас, походу. Как бы у нас вайп? Ну хрен его знает, три копинг человек лагает, конечно, не трудно. Здесь не такой босс, чтобы один человек лайк умрет. Мало. Я бы тоже на всякий случай ливнул, если бы такая херня была, чтобы не подставлять рейд. Можно попросить престов, пожалуйста? Смотрите, тут когда в контроль берет, вы топ-контроллеры изначально. В плане под... бежать до эфира, потом уже совы и друиды берут вихрь. Потому что милик может ваншотнуть просто кого-то. А вы мгновенно давите эфир. Это круто. Да. Распределить друидов, чтоб кидали. Лог, дай шкаф.
Видно. Славик, про бафы каски. Магу на... Престовский баф тьмы снимите все. Герой здесь пыльте следи. Заебал, блядь. Чужака мощь нашего господина. Ну, простите. Один раз сопротивление, второй промо. Проклятие, КД. Противиться моей воле. Пишет ДБМ. Ману, зайдите кто-то, друиды. Так пишет ДБМ, что 40 секунд. А, понятно. Противиться моей воле!
Ну пул дайте, ебаный в рот. Куда потом? Куда? За контроль за сову. Бля, кто меня уебал? Ща, погоди. Я тебя уебал. Следи. Бейби все захилили, извините за выражение. Посмотрите, у меня хисаки убьет. Маны нету вообще. Я этот темп поставил. Там Гера откатышилась. Может, Геру? Чё-то не дали Геру. Когда Геры? Простите. Гляну. Меня Леди Мраза контроль брала, если что. Понятно. Там Леди хилят. Спойте с Леди, ребят, там Леди хилят очень сильно. Дайте именно какой-то сейчас там хилы сдохнут. Две минуты для персы. Она 5 лямов отхилилась. Вообще. За пару секунд. 5 лям. Да можно спросить, а почему единственный лок в рейде в Африке вместо демона? Так меньше СПД всем уроду. Никея, почему ты не в демоне? Чё за чушь, блять?
Дай ему, что у меня собычки есть. Лок, ты сам-то вообще не понимаешь или что? Был бы ты сейчас с демоне, больше бы СПД было, то есть быстрее мы босса бы убили. И хилили бы сильнее. Как можно таким быть вообще, блядь? 2 минуты до берсы осталось. Да. Ну ты видел, это пипец, 5 лямов отхилилось, вообще жесть. Это я в контроле был, там и ебашу, хилю. Так прикол, я не понимаю, оно же не должно хилить-то настолько мощно. Не знаю. Подъебал эту возложение рук кину. Так все равно возложение-то фигня, но не в процентах, оно в процентах от хп пало. Скажите, вы еще сможете его нагнать? Почему странно, вот в бою это раза 4 или 3 откатилась эта банка, ну зелье быстроты, она же обычно один раз может, а тут? Может, когда контроль взяла, то оно типа из-за этого. Ярославик, ты вообще нормальный, нет? Почему ты демона вред не берешь, блядь? А не знаю, он вообще молчит. Да я ему в ПМ пишу, он молчит. Ну, кикайте его. Давай я в ЛМ спекнусь, ты там будешь ставить. Ребят, у него даже скиллы не выучены. Войд, смотри, у него первый ранг нуждающего духа вместо 4-го. Понял? Да, у него, короче, скиллы не выучены у тренера. Я, короче, там на сурка спекнусь, в лема поставлю. Да, из-под короче, ТТ. А Лок отписал, он сказал, что у меня демон только в ПВП. Вот, прикав геру, 20 гер, ходить без демона, блядь. Это же ненормально, нихуя. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Да при чем тут ГС? Там сразу плюс 300 СПД, это что, блядь, мало что ли? Нет, больше. Я нихуя не похуй. 500 в таком шмоке, 500 СПД. Всю ночь снится вот эта фигня. А потом утром еще напомнишь. Что это был за звук? Что это там вдалеке? Не слышно, что ли? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Ну так мы с демоном быстрее пройдем, понимаешь? Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Скоро пехота, пойдем. Сержанты, бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Пусть
Надежда и любовь. Верить, надеяться и любить свой рейд. Так как я вагон, я верю, надеюсь, люблю вас. Да там больше, там 500. Да хули ты танком идешь, тебе понятно, похуй. А протопалу тоже идет СПД. Брат, плохо. Это просто лоб. Не всегда. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. А сам ругается, блядь. Какая разница? Да. Ох, какой пример тоже. Воу. Ты флешмот убери, будет нормально у тебя с агро. Где мама? Там глифы поставишься, фигня. Можно я на сурке побью этого пидора? Войт, Слав, лог портанется изучит скиллы, а сейчас мы его суманем через шкаф. Он бы отписал. У него все скиллы первого уровня. Он говорит, что дома не заходил и зашел, все слетело. Да, у меня тоже Ханатата подогнали, короче. Там 3 года не заходили, но четко пришел. Тоже и скиллы не выучены, и талов нету. А мы его сможем сумануть же, да? Нож. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил забрать его. Он шкаф. Да должен успеть, должен там ехать 10 секунд. Шкаф стоит. Ну, поболее. Я пообещал его матери, когда она умирала, что прошло. Ну, перчи будем ролить, или они типа помолчат. Артур уже потом сделаешь. Я выжил, мой сын остался. Че за перчи? И чист. Без ГП. Я сзади. Док, сумонься, там уже все равно. Сделал спик, сделай, сумонься. Тыкните на сум. Вообще он не успевает, походу.
Не может, это другой рест. Забирай, забирай, забирай. Зарядки мало там. Дайте ей на Азазелю. Забирай. Забирай, забирай. Клинок. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Хочу там по ДПС на посмотреть. Да, что-то ДПС-то не актив вообще. Что за рейд? А не скажу. Верка. Ну какой рейд? А, ну так у меня КД. На всех что? У нас проблемы, ребят. Лок в Арглимаре, а шкафа нет. Леверка, у тебя ведь не только приз есть. Куда вы попёрли? Алло, куда попёрли? На миникарту смотрим, стоим вот здесь. Флямба, щёлка. Что, веду? Я еще подготовился, поспал еще перед цинком.
походу бомбы на всех вешал. Какие там обычные? Ну, я бы тоже за Навару взял токен. Загрели здесь, центр, центр, сзади. Меня слышно? Да вроде. Thank you.
Да справа он был. Он что-то не сагрился вообще, он стоял без контроля, просто втыкал. Нет, ты по ту сторону звуки выноси. Сейчас залью. Возьми. А у меня что-то клятва не как это. Ну, а, это знаешь. А чё, зачем киберталк? Бафы обновить. Каском опять обновите по шуму. Баф не кирает. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Максанар был досадным недоразумением. Никому не будет пощады. Гонору свершить отмщение. И прольется кровь. Шаман орехи обновляй на танках. Может рост? Прольется кровь. Моя чаша полна.
разговор. Так Эйбак все равно в кадышце, я не понимаю, почему не дать. Точечно бегу. У меня шема нету. Козырак залей, ману. Короче, заливай там мне по ПД. Окей.
На жопу. Орехи протопал. У меня наподыкаюсь. Ну, он повесил уже. Помогает паладин. Вот, одну. Да. Мне кажется, Лану проще всего убить. Я уже фамп воскресил, все тихо. Так агрессивно хуй на где сходит. Да. Как можно таким быть, пиздец? Начинаем представление. Слушай, Войт, а чё ты это печать прочь-то включил? Руби в эту печать света, она же хилит тебя будет. Варнутый гандон. Но мы ведь так хорошо ладим.
Здесь это все. Кто там по ПР-то? Покоритель Бомжовского, можно мне? Давайте разролли эти покорители. Там что-то до хрена жрёшь. Четыре 300 миллиона отхилил. Чем мы налет поймем? Готов пробивание брони, да, надо. А пучина медведя, кстати, как? Медведю как? Медведя нормально. У друидов по 10 плат. Разроли обычки. Что, погнали, нет? Спасибо. Thank you.